Новым годом, дорогие друзья! На связи Дублин, Ирландия. Первый концерт в 2018 году пройдет здесь, в этом замечательном зале. Уже осталось меньше получаса до начала. Французская программа Дебюсси, Берлиоз и сложнейший скрипичный концерт, второй скрипичный концерт Бартока исполнит Валерий Соколов. А я приглашаю вас на концерт в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, с заслуженным коллективом 21 января. Санкт-Петербургская филармония. Произведение Петра Ильича Чайковского. «Времена года» в оркестровке Гаука и «Первая симфония» Чайковского. До встречи в Петербурге. Родине большой привет, маэстро Кочановский, просто супер человек. Браво, блестяще сыгранный, сложнейший концерт номер 2 для скрипки с оркестром. Мы передаем привет из города-героя Дублин, да. Ирландия, да. Всем с Новым годом. Да, всем с Новым годом, с Рождеством католическим, православным. Да. До новых встреч.